have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Итак, мы с вами снова в Куала Кафе, и это значит, что сейчас мы с вами поговорим несколько минут, у нас будут некоторые новости, у нас есть некоторые темы для разговоров, и это место хорошо себя зарекомендовало именно для подобных вещей. Здесь очень уютно, здесь очень хорошо, поэтому, собственно, первая новость. Теперь все наши видео, в которых мы что-то рассказываем или какие-то информационные, и даже наши поздравления с Новым годом, у нас теперь появился новый плейлист, который называется Koala Time. Теперь все эти видео будут выходить именно там, чтобы вы не путались, чтобы вы всегда могли их легко найти. Пожалуйста, не благодарите. Вот, и это видео, соответственно, тоже будет там, и эта новость пройдет еще также по Дискорду, так что, ребятушки, вы точно это не упустите. Теперь, о чем мы хотели с вами поговорить. Ну, всем известно, что ютуберы, ну, мы же не будем скрывать, что мы ютуберы, да, это вроде как очевидный факт. Всем известно, что ютуберы любят отмечать всякие такие круглые даты. И вот у нас был выпуск на 100-ю серию Roblox. Это, кстати, было прикольно. Вот. Также ютуберы очень такие любят отмечать всякие там 1000-ные, 10-тысячные вот, подписчики. О, спасибо. Я каким-то образом, сидя за столом, выполнил квест на 5 этих монеток. Так вот, если там у тебя набралось 1000 подписчиков, ты такое делаешь видео, отмечаешь это, благодаришь своих подписчиков, говоришь, ребята, все это спасибо, все это ради вас, все это благодаря вам, все круто, все хорошо. Когда у тебя 10 тысяч, ты радуешься еще больше. У нас сегодня 50. Наш повод, почему мы здесь собрались, потому что у нас 50. Ну, нет, не тысяч, конечно, просто 50 подписчиков. Ну, по факту сейчас уже перевалило чуточек за полтос, но это, что называется, видос на полтос. Вот. Мы рады даже такой цифре. Это круто, это достижение. Спасибо, что вы с нами, ребятушки. Ну, у нас собирается такая не особо большая, но довольно приятная компания, с которой приятно провести время. Опять же, я надеюсь, что семья будет увеличиваться в дальнейшем, и нас будет становиться на канале больше. Мы постараемся сделать для этого абсолютно все. Но всем тем, кто с нами уже сейчас, спасибо вам, ребятушки. С вами приятно иметь дело. Поэтому сегодня у нас такой мини-праздничек. Также, наверное, стоит отметить то, что сейчас начинается такая пора ивентов, праздников. Спасибо. Телепортироваться на вечеринку? Не, спасибо. Я пока так запишу. Так вот, сейчас должны подкатывать хэллоуинские ивенты. Они будут и в Роблоксе, они будут и во многих других местах. Так что, ну, в других играх я имею в виду. Например, в Team Fortress. У нас Team Fortress нету на канале, но это не значит, что мы не являемся поклонниками этой игры. Поэтому, если что, в Team Fortress сейчас хэллоуинский ивент. Скоро будут в Роблоксе появляться разные хэллоуинские серии, которые будут уже подкатывать в течение этого месяца, мы надеемся. Там уже скоро будет и Рождество, там уже скоро Новый год. Мы входим в такую пару праздников. Или пору. Кому как. И, естественно, мы будем с вами на всех этих праздниках, мы будем вам показывать, что происходит тут, там у нас будут выходить разнообразные проекты, посвященные в том числе и праздникам тоже. Также, наверное, хотелось бы отметить, что здесь, в Koala Time, будут выходить видео немножечко чаще, потому что, ну, появилось больше времени. Извините, пожалуйста. Сейчас, секунду. Да, ребят, то, что, в принципе, всегда и происходит. Почему нам нравится это место? Потому что здесь быстро обслуживают, не обязательно стоять на кассе. К нам просто подошла официантка и спросила, что мы хотим. Я не хотел, там на кассе была очередь, я не хотел долго стоять, и поэтому пришел сразу, сел за столик. Но ко мне подошли и спросили, обслуживают ли меня, поэтому вот яблочный чай теперь у меня. Так вот, ребятушки, что...
в продолжении той мысли, которую я хотел сказать, будет больше праздничных видео, будет больше видео именно вот таких разговорного жанра. Дайте нам знать в комментариях, что вам интересно, о чем вы хотите поговорить, какие темы вы хотите затронуть, потому что есть темы, которые интересны нам и которые мы хотели бы обсудить с вами. Это будет некое общение у нас на канале, кроме Дискорда, конечно же, кроме всех остальных способов. Давайте сделаем вот такие вот небольшие разговорные темы, про которые нам бы хотелось бы поговорить. Поэтому ждем комментов к этому видео. Пожалуйста, пишите, обращайтесь, спрашивайте. Мы будем рады ответить на все вопросы. И тогда увидимся в следующем видосике, ребятушки. Спасибо, что вы все с нами. Мы на этом заканчиваем. Увидимся очень-очень скоро. А пока что всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.